Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 334 упражнение. Прочитаем задание. Составьте словосочетание, ставя в нужном числе и падеже выделенные существительные. Давайте выполним. Обращать внимание на мелочи. Уделять внимание мелочам. Отзыв о книге. Рецензия на книгу. Отчитываться в работе. Сделать отчет о работе. Превосходство новой техники над старой. Преимущество новой техники перед старой. Предостеречь от опасности. Предупредить об опасности. Уверенность в справедливости. Вера в справедливость. Информировать о событии. Информация о событии. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.